Едва завершается отопительный сезон, как начинается подготовка к следующему. В своем обращении к жителям Подмосковья губернатор выступил с инициативой провести в области масштабную программу ремонта тепловых сетей, котельных и водоочистных сооружений. Как говорят, готовь сани летом. Сейчас у нас идет большая работа по подготовке ЖКХ к отопительному сезону. И промывка систем, и капитальный ремонт сетей, котельных, их замена на более энергоэффективные. Все это имеет очень важное значение. Подготовка системы ЖКХ к предстоящей зиме началась 1 июня. На территории Одинцовского округа 2136 многоквартирных домов. 800 из них уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. В котельных ведется ремонт оборудования, пусконаладка оборудования, котлы проверяются на соответствие параметрам. Ну и газовое оборудование, которое есть в котельных, также проверяется и проводится его профилактический ремонт. Также ведется подготовка систем теплоснабжения. Это котельные, тепловые трассы. Они в первую очередь промываются. Одинцовская теплосеть является одновременно управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией. На ее балансе 98 котельных и 297 километров тепловых сетей. Для подготовки к отопительному периоду нам с июня до сентября необходимо выполнить комплекс работ. Это работа текущего капитального ремонта, режимно-наладочные работы, ремонт котлов, экспертизу промышленной безопасности, техническое обслуживание. Мы эти работы ведем в соответствии с графиками плана предупредительных ремонтов. На сегодняшний день 12% тепловых сетей закончено и 25% ремонта котлов. Помимо ремонта и техобслуживания, некоторые котельные округа модернизируют и переводят с дизельного топлива на газ. Это позволит сделать работу оборудования более стабильной и энергосберегающей. Также особое внимание уделяется промывке теплосетей, ведь состояние труб напрямую влияет на качество горячего водоснабжения. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».